Грабеж средь бела дня. В Уральске преступники напали на таксиста. Забрав деньги и мобильный телефон, они пытались скрыться. Но их быстро нашли полицейские благодаря системе «Безопасный двор». 18 января около 6 часов вечера на пульт одного из радиотакси поступил заказ. Двое молодых людей заказали машину от района мясокомбинат до ЗКНК. Заказ принял водитель автомобиля «Лада Калина». Посадив пассажиров в автомобиль, он сразу заметил неладное. Мужчины, один из которых занял пассажирское место спереди, а второй за водителем, о чем-то перешептывались и переглядывались. Прибыв на место, пассажиры попросили подъехать к задним воротам предприятия со стороны реки Урал. Якобы там им нужно что-то забрать. Пассажир, сидевший сзади, накинул на шею водителя ремень и стал душить водителя. Второй в это время наносил удары по голове предметом, похожим на пистолет. Водитель пытался вырваться и выбить ногами лобовое стекло, но попытки не увенчались успехом. Преступники забрали у него мобильный телефон и деньги, которые были в бардачке. После этого преступники бросились на утек. Водитель пытался их догнать, но когда на него наставили предмет, похожий на пистолет, он не стал их преследовать. Как выяснилось позже, пистолет был игрушечным. Преступникам далеко уйти не удалось. Их опознал участковый благодаря записям с камер видеонаблюдения системы «Безопасный двор». Благодаря действиям сотрудников криминальной полиции УВД города Уральска, данные лица были задержаны с поличным. Похищенное было изъято. В настоящий момент они находятся в ВВС УВД города Уральска. Один из них состоит на учете как вор и грабитель, ранее неоднократно судимый. Второй также привлекался как вор.